Программа направлена на развитие взаимопонимания и сотрудничества между разными народами. Это особенно важно в период подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. Учащиеся нашей школы выбрали для изучения страну Австралию. И мы изучаем традиции этой страны, олимпийское движение в этой стране. И сегодня с учащимися 6 Б-класса, где я являюсь классным руководителем, мы пришли в школу номер один, ну, с которой мы дружим, для того, чтобы ребята нашей школы, моего класса, рассказали историю Олимпийских игр, начиная с Сиднея Олимпийского и в преддверии вот предстоящей Олимпиады 2014 года. Учащиеся 4-й школы пришли рассказать своим ровесникам из 1-й школы не только об Австралии, но и о других странах, проводивших Олимпиады в разные годы. По замыслу Международного олимпийского комитета, реализация программы «Одна школа, одна страна» должна сформировать мультикультурное и толерантное общество. Ну а дети более широко изучают не только географию, но и олимпийское движение. Мне очень понравилось собирать и материалы, и очень рассказывать. Мне с удовольствием рассказывала бы еще. Мы с моими одноклассниками очень много готовились, репетировали и очень волновались. В Лабинском районе в программе участвуют 4-я школа, где ученики изучают Австралию, 5-я школа выбрала Японию, 11-я – Канаду, а 10-я – сразу несколько стран.